Вечером 17 апреля в подъезде дома по улице Красноармейская города Кашин застрелены 41-летняя женщина и 40-летний мужчина. Спустя несколько часов подозреваемый задержан. У 67-летнего мужчины при себе находилось нарезное огнестрельное оружие. Мужчина дал признательные показания. Мотивом убийства стала личная неприязнь. Кашинским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. В суд направлен на ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 19 апреля в Тверском областном суде прошли судебные прения по уголовному делу Аллы Колизовой, обвиняемой в убийстве с особой жестокостью, совершенной общеопасным способом в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Как следует из обвинительного заключения, 10 мая 2019 года Колизова, находясь в квартире дома поселка Химинститут, облила спиртом своего 61-летнего знакомого инвалида и подожгла на нем одежду. С 35% ожогов тела мужчина был госпитализирован, где 2 июня от полученных травм скончался. В ходе следствия Колизова пояснила следователю, что облила знакомого спиртом из-за мести, мол, тот отказался выпить за помин ее родных. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе. 18 апреля в Ржевском районе Тверской области в местах кровопролитных боев Великой Отечественной открылась ежегодная вахта памяти военно-исторической экспедиции «Ржев-Калининский фронт». В открытии вахты принимали участие руководители и сотрудники регионального следственного комитета. Напомним, сотрудники СК устанавливают обстоятельства совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками военных преступлений на оккупированных территориях против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Между следственным управлением и Тверской областной общественной организацией по научно-исторической военно-патриотической работе с молодежью «ВИТИС» заключено соглашение о сотрудничестве. Сейчас на территории Тверской области работает 53 поисковых отряда. Следственное управление активно сотрудничает со многими из поисковиков. Полевой лагерь расположен у Ржевского мемориала советскому солдату.